Добрый день, уважаемые друзья и подписчики. В настоящее время пребываю в монастыре, горный монастырь, Крымские горы. Место лесное, сам монастырь не очень благоустроен, и это, наверное, хорошо. Здесь есть пещеры, есть источники, есть скалы, лес, под которым спрятаться от солнца, на скалах можжевельник, в общем, настоящая природа, и есть храмы. Вот. Можно молиться, можно спасаться. В ближайшее время собираюсь посетить родные места: Новый Каховку, Береслав, Качкаровку, ну и другие места, связанные с прошедшим служением. Посетить друзей, духовный чат, ну, несколько посоветоваться, пообщаться, поговорить о поступлении некоторых из моих прихожан, воспитанников, возможно, в духовную семинарию. Благодарю вас всех, друзья, за ваши святые молитвы. В это непростое время всем нам необходимы молитвы, сугубые молитвы, особенные молитвы и исполнение нашего долга человеческого, христианского.